Тебе желаем, призывник, чтоб головой ты не ник, с оптимистическим настроем оружие разно освоил. Осваивать оружие все эти молодые люди идут без сожаления. Если раньше уклонистов было много, говорит Андрей Сухоруков, то теперь разыскивать юноши не приходится. Многие сами осознают, что это необходимость, ведь без армии на работу, например, муниципальным служащим уже не возьмут. Эрдем Ашуров считает, что армия поможет ему стать и настоящим мужчиной. Она может дать мужество человеку, раскрыться, как бы мужчиной стать. Ну и ответственность. Человек становится намного ответственнее в армии. По традиции гимн России, напутственные слова от вышестоящих лиц и представителей духовенства, вручение подарков и фото на память. Этот призыв особенный по двум причинам, отметили в администрации Октябрьского района. Все меньше остается у нас участников войны, ветеранов, которые могли бы вживую рассказать. Ну вот сегодняшние юноши это как раз были свидетелями, наверное, вот этих подвигов в плане рассказов, учебы какой-то. И, конечно же, сейчас вопрос, связанный с санкционными мерами, которые Запад применяет к нашей стране. Считаю, что мы видим это вживую, видим, как у нас народ сплачивается. Почему это вот видно по призыву. Под марш прощания славянки юные бойцы отправились в далекий путь учиться защищать родину. Уже завтра ребята уедут из Бурятии. Дарья Белоусова, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.